права человека почему-то свелись только к вопросам однополости или трансгендерности, а все остальные права человека, которые с человеком были тысячелетиями, почему-то не учитываются. Вот нужно просто посмотреть честно, как эти санкции, которые принимались в отношении КНДР, влияют на жизнь людей в этой стране, на развитие экономики в гражданском секторе в этой стране, каким последствиям все это привело, и ответственно обсудить сложившуюся ситуацию. Вот мы за такой подход.